Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. «Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас только рыбы, да пауки-плавны, молнии бегающие по воде». Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. «Я рад, что мы, наконец, одни. Я должен сказать вам многое. Очень много, Анна Семеновна. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. Я понял, для чего я живу. Понял, кто мой кумир, которому должен посвятить свою честную, трудовую жизнь. Это, видно, большая расклюет. Когда я увидел вас, я полюбил вас впервые. Полюбил вас страстно. Подождите дергать. Пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать на... Не-не-не-не, на взаимность. Не-не-не, я этого не стою, что вы. Могу ли я рассчитывать на... Денить! За рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны. Нечаянно прижал ее к губам. Та дернула, но было уже поздно. Уста нечаянно слились в поцелуй. Это все вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения. Счастливые минуты. Впрочем, в нашей земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливое обыкновенно носит отраву в себе или отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде стоял мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он глядел на молодых людей и ехидно улыбался. «А, вы целуетесь? Хорошо же! Я скажу мамаше!» «Надеюсь, что вы, как честный человек, подсматривать подло, а пересказывать гнусно, низко и мерзко. Надеюсь, что вы, как честный и благородный человек...» «Дайте рубль, тогда не скажу, а то скажу». Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень понравилось, и чтобы получить еще больше, он стал подглядывать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних. «Подлец, а? Как мал уже большой подлец, а? Что же из него будет дальше, да?» Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. И все ему было мало. И вот, в конце концов, он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, Коля вдруг заулыбался, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина: «Сказать, а?» Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала
в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа. До того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. Поговорив с родителями и получив от них согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и стал искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и взял злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, также искавшая Колю, и тоже взяла его за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял. Миленькие, сладенькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите! Да. И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого блаженного восторга, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.